Ніхто з миття не пойму. Бефор натиснуть. Чекай, усміть. Ты можешь Зои пожелать. Ой, ну я уже пожелал. Если не надо, оно еще больше увеличило в 3 раза. Прям таких масс. Да, секрет. Я уже пожелал ей. Тебе понравилось за стулья? Очень. Сколько еды? Много, смотри. Много. Еды просто валом. Зоя, конечно, с сыном постарались, молодцы. 30 человек, представь, 30 человек поело, еще сколько еды осталось? Да. Еще на 30 или на 40. Да? Животик довольный? Я наелся, я так я тоже не могу. Переел. Куда ты пойдешь? Со мной сейчас заедет Коля Артем. И увозят меня в Гималаи. Везучка. А я думал, что ты сидишь с нами на островском. Только поможете Зоине подарки донести, да. Ой, такое брехло, каже, Зои подарили орла. Я как дурак, кажу, Зои, тебе такого орла подарили красиво. Зоя смеется, каже, никакого орла не дали. Каже, что орла подарили Зои, говорит, а я как дурачок. Каже... Я говорю, слышишь? Двух орлов понесите. А я, Зоя, Зоя, тебе таких орлов? Как ты будешь домой идти без шапки? Это мало, еще там. Я не могу. Я очень скромный, ты меня вспомнил. Ну ты же рассказывай людям, как ты будешь идти без шапки, тебе цвета забрать. Леша, глянь. Так, тут взрослый диалог. Покажи нам. Ну покажи. Не так ты показывал. Ты показывал красиво. Половиночку, вот так. Вот так. Вовчик, давай, поливай. Себе, себе, себе. Себе, Таня. Зоя, давай. Так, зажопьем. Самвел, ты что хотел сказать? Нет, она меня заставляла выпить самогонки 35 градусов. Она же сказала, уважаешь, не уважаешь. Вот это тебе заслуженная артистка Украины. Понимаешь, как будто у станка работает. Да он Вера пишет. Ты ненавидишь, я у Игоря украл. Ты больше, как Томас написал. Томас больше пишет. Дайте чай. Вот это. Вот уже це Зоя, це я кальянчик. Штрафную тобі. Самвел, ты же вино отпил. Ты тоже до конца. Давай. А чем допивай? А чем хочешь? Ребята, такой стол. Тим, что Томас. Тим, що Томас написав, то не запивав. Леша, вода. Чому запиваєшся? Це приємно запиваєшся. Уже заїдати не лізе. Вовка, я тебе люблю. Давай, я тебе. А що так? Що ти так? Нормально. Надалі, давай. Мені завтра працювати. Ну, рассказывай. А что ты себе подушку цел? Дай мне поглянуть, подруги. Что? А, ты что, снимаешь? Ты? Mm-hmm. Да, покажи, что вы там, что ты сам себе находил. Что тебе показать? А? Что тебе показать? Ой, иди до меня, мой мальчик. Иди сюда, мой котик. Какой это котик? Это собака. Не надо называть собаку котик. Не, котик. Я тебе там кое-что принес. Что там? Пакете. Что это такое? Если ты хочешь. Жарко буду. Да? Я не ел. Ты бы кое-что принес, угадай, что. Микалий, наверное. Нет. Микалий застыл. Чебурек. Нет, какие чебуреки, что это? Не знаю. Что-то из грузинской. Для дураков и еда. Торта, да? Торт? Какой торт? Нет, тарта. А ну, а тартар? Знаешь, что такое тартар? Нет. А что такое тартар? Зайка, а найди другой тапок себе, пожалуйста. А. Де тут? Де тут?
Занят. А что такое тартар? Ну скажи. Знаешь, такая тартар, Света? Ну конечно. Кстати, это люди. Друг, познакомьте с семейной парой. Артем и Светлана. И я не знаю, что такое, она не трепка. Я первый раз бачу людей, які не знають, це така нітрівка. А я спеціально це сказала. Ой, не бреши. В смысле, це оперна певіця. Ой, ой, ой. Всемирна. А як її звати? Анна. Ну да, а по это, а де, а що напевно? Ну да, це я вчора сказав. Ну, ти нічого не казав. Я тобі... Ой, дай, щас дурачками нас хоче виставити. Ага, да. А дивися. Та той, хто правду сюди каже. Не знаєш, ти хто така нітрєпка. Ой, боже. Давай ще що забрехло. Ой, а хто її муж? Нітрєпка. А що вона співа? Ой, що вона співає? Що вона тільки не співає? Ну я ж не знаю, що вона співає, я просто знаю, хто це така, а що вона співає, я не знаю. Я був в шок, як ви сказали, що ви не знаєте, ну чесно. Ти нам такого не казав, успокойся. Ти зараз вже граєш на камеру? Ні, я не на камеру, я вчора, подожди, це коли було, позавчора? Не знаю. Ну коли я сказав, ні, треба. Може ти не з нами був? Може ти не нам це казав? Та вам. Я ще сказав, що вона, ну та, що, говорю, голос співала з Кіркоровим. Ну може ви хоч так вспомните, вам це не помогло. Та ні. Як ти думаєш, що тобі приніс? Я не знаю. Щось вкусненьке, мабуть. Там індейка запечена з обалденними карамелізованими. Як ти слухаєш, знаєш, ти слухаєш, як собака гушами. Так, знаєш, індейка з чим з карамелізованими? Індейка з карамелізованими яблуками. А ну тобі, зайчик, розігрій, пожалуйста. Що? Розігрій мені під ту індейку. Блін, так хотіла сказати. Карамелізка. А ну скажи, скажи. Карамелізованими. 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 У нас в Дмитровці так делала бабушка моя. Грушу карамелізувала. Вкусно? Обалденная груша с яблоком и индейка. И там еще ножка, то ли утиная, то ли какая-то. Перзала. Потом хотя курочка. А ты знаешь, какая тартар? Зайчик, да. А ты знаешь, что такое? А він не знал, что такое тартар. Не знаю, что такое тартар. Можешь представить? Він даже не знал, что такое тирамису. Да, не знал, він не знал. Зай, ты розігрій, пожалуйста, там. Ну, счастливый человек, ничего не знал. Зачем ему надо? Что надо знать? Мені жінка готова, я мені замовила, щоб вкусно було. Як вона називається? Хоть убий. Ну, правильно. Ви 150 раз їв ті тартари і карамелізовані груші. Ой, тартар. Ти, допустим, йдеш на мастер-шеф, і тобі Гектор каже, тартар із тунця. Самвел, так це шо? Так, ну подумай, тартар із тартар. Говядини буває, з тунця, з лосося. З грібішка, що це таке? Тартар. Якийсь... Ну смотри, ну що це? Ні, це не тартар. Воно сире. Это порезано мелким кубиком м'яса, говядина. Ага. Или... А у нас когда-то Таня вот это сделала Катерновское царство небесное из свинины. Тартар. Что за Катерновское? Это ну, такая Татьяна, да, рыжая. А-а-а. Она сделала из свинины тартар. А оно с рыбы делаете? Оно делается, ну, или с говядины, да, или из рыбешка, оно маринуется. Или из рыбы. Оно не делается, допустим, из свинины. А что свинина? Потому что сальмонеллез, ну, может заболеть. То есть должно быть только ли говядина, или... А чтоб этот сальмонеллез не... А курицу не поражает сальмонеллез? Ну, курицу нельзя тоже из него, из курицы не делается тартар. А-а-а. Почему вот говядина, почему готовится, есть степени прожарки? У свинины ведь нет степени прожарки. Разве нету? Нету. В смысле, к... Что, серьезно? Ну, конечно. Свинина может быть только готовой. Она не должна быть с сукровицей. Это все. О, я, это я сразу. Вот я ел в Бердянске на косе. Мне приготовили стейк. Даже я настолько люблю мясо. Свинину? Нет. Говядина, стейк, говядина может быть с кровью. Я, такой, я, тебе... я такого мяса никогда в жизни не ел. А я готовый. Тебе что не понравилось? Яке ты мясо готовое? Шо? Яке ты мясо готовое? А ты хвалив, когда вкусно. Яке мясо? Як приходив Гаврилов з... А, от це да. Ну, от це да. Я просто за це м'ясо запустив. Ой, я вже кривиться. Ой, брехливе. Я... Вреш, не кажу. Ні, я серйозно за це м'ясо. Ти мені кажеш, Гаврилов таке ощущення, що я їх знаю всю життя. Ти чому вже круто хвостом? Це класно. Гаврилов знає всю життя. Полусередника, знаєш? При чому ти знаєш всю життя?
Ні, ну ти хитрий. Сказав би ті, що прийшли до тебе. Ну яка разниця, ти поняв хто. Ну це я поняв тоді, коли ти сказав, я за нього навіть забувся за це м'ясо. Ну воно в тебе, кстати, вийшло хороше, я дуже люблю. Так от я тобі скажу, що говядина має степень прожарки, а свинина – ні. Чому? Тому що свинина – це м'ясо, яке має готуватися до повної готовності, іначе можна заболіти. И умереть. А если свинина своя, которая ты выращивал? Неважно. И ты антибиотик. Да хоть ты что ее делай, нельзя. Нет. Свинина, само мясо, в котором в тканях свинины, живут сальмонеллы, чтобы ты знал. Что-то, а что там живут, а там не живут? Ну спроси. Возьми, свинья грязное мясо считается. Ой, и курица то же самое. И курица, да, тоже. А что курицу тогда едят? А свинину нет. Как не? А кто не ест свинину? Как свинину, по идее, там не едят мусульмане свиньи. Мусульмане? Мусульмане. Мусульмане. Почему не едят свиней, а курей едят? Хотя, если посмотреть на курицу, она тоже грязное животное. Потому что в Библии был описывался эпизод. Это тогда значит унижение какого-то... Когда свиньи, легион бесов, вошел в стадо свиней. И свиньи бросились круче. Поэтому считается, что свиньи бесноватое животное, его нельзя есть. Ой. Ой, мне говорили одно, мне говорили, что он типа есть говно, из-за этого оно, из-за этого типа нечистое животное. О боже. А хотя курица то же самое говно есть. И где ты бачишь, что курица ела говно? В смысле, ты че? Ну она зерно, если как говно. Свинья насрет, и она будет хавать его. Фу, курица? Конечно. Она будет из какашек выбирать только зерно. Подожди, ну она ковыряется? Она из какашек свиньи будет выбирать зерно. Ну и что? Это она есть зерно? Ну и что? Это же не грязное животное было? Нет. Чистокровное. Чистокровное. Да, Ричан? Ай, ты кабан. Слышишь, он уже по росту догнал уже Томаса. Томас просто шире стал, понял? Ой, я давно уже не был на игрине. Уже сколько? Я тебе говорю. Он догнал Томаса. Здоровый Томас стал. Томас, да. Томас уже, наверное, как Вилька. Вильку уже. Они уже Вильку догоняют. Ну вот залез такой, Вилька подбежал, а он, знаешь, когда... А, это вы сегодня же были. Да, и он вот так вот раз прилег, вот так, знаешь, типа, что подает, ну, подчиняется Вильке, потому что... Вот сей? Да. Вот так прилег, да, вот так прилег, типа... А видишь, уже понимает. Он вспомнил его, да? Ну, помнит, наверное. Долька, в первую очередь. Она подбежала, начала с ним играться, они там... Это... Вы тоже давно не были, да? Ну, да. Я тоже давно не был, уже не знаю. Да? Наверное. Ах ты, скотина. Лягай. У него зубы вылазят. Вырывай зубы. Давай я тебе вырву зубы. Да не, они это уже вылезли. Это уже сделай это с удовольствием. Давай, вкуси. Ты ж не Томас. Вкуси, вкуси. Давай. Ну, давай, давай. Тебе сейчас... Бог черепаху. Что ты такие грязные ногти? Шо? Грязные ногти. Ну что ты, покажи, что ты от грязные ногти. Я людям показывал, люди знают. Знаешь почему? Почему? Потому что я чухав шкаф морилкой. Вот это от морилки, чтобы ты знал, хрен отмывается. Ты же видишь, это не ногти, а даже вот вокруг ободки. Ты видишь? Да. А эта рука, видишь? Так возьми, это не ногти грязные. Вот это грязные ободки. Вот так, ободки. Вот, ободок даже грязный. Кутикулы. Кутикулы. Это все от морилки, чтобы ты знал. А что ты? Надо вот это ж ваши краски засрать, что вы торгуете. Это морилка. На колдебен имени краски, черт какой, что у меня горло болело, блин. Що ти трендиш? У мене ангіна почалася твоєго. Що ти трендиш? Ще казав, нема запаха, не бреши. Нема все, запаха, не надо. Потвердить, запаха нема. Не надо. Запах і все на світі. Їжте, я вам добичу приніс. Ой, курочка. Зараз я руки помажу. Там індейка. От це яблуки, попробуй. Света, Коля, попробуй це яблочко. Ні, я не хочу. Попробуй одне яблочко. От одне, Коля. Ех, яблочко. Да, ну попробуй це яблочко. Попробуй ще. Попробуй от це яблочко. Возьми, попробуй. Іменно це? Не грушу, а іменно яблочко. Так? Так. Я вкусніше не пробував. От я не вмію такі робити. Обалденне. Вкусный? Насколько вкусное, блин, это просто. Я думаю, надо Артемке принести. Есть, нюхаешь. Это не краска твоя, что ангина начинается. Ну, яблоко, то и что, запечено. И чуть-чуть. Где карамель ты бачишь? Ёб твою мать. Тебе не понравилось? Вкусно очень, скажи. Не, оно вкусно, но я тут ничего не чувствую, карамеля, думаю, что оно...
дивишся той мастер-шеф, а там такий красивий. Обалденно, просто обалденно на вкус, я не знаю. Мені нравиться, знаєш, що? Не понимаю, ребята. Демка чуть-чуть есть, я после вкусия. Это с вот этой индейкой, оно вместе подавалось. Еще раз. Сейчас давайте, я буду мясо есть. Давай.